Люсь, тренировка. Давай. Люсь, вон, персики сверху. Давай. Эй, ай, да? Что? А если я тебе возьму, да, вот так вот. Смотри, бутылка с водой. Но. Опа, опа, ай, да. Залазь. Залазь на бутылку. Давай. Опа, опа, упражнение на брусьях. Ну, включай человека. Включай смекалку. Ну, давай, давай. Тренировка перед ужином. Та-да. Ничего, ничего. Ладик, смотри. Смотри, смотри, смотри. Ну, ну. Все уже, наверху фактически было. Сбоку. Арик, арик. Арик. Сама не залезу, так я скачаю. Давай, давай, давай. Давай. Ну, цель близка. Да, давай. Нет, никто не поможет. Сама. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Персики там, да? Ну. Давай, давай, давай. Включай человека. Не-не-не. Не. Ко мне даже не проси. Нет, я не помогу. Сама. Та-да-та-да-та-да. Попой на бутылку, глянь, села. Та-да-та-да-та-да-та. Отдыхает. Ну. Люсь. А что, персики все, да? Давай, 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 моя зайка, давай, моя зайка, давай, 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 давай. Ты ж посмотри. Ну, тут же ж вообще все рядом. Так, нет, не пойдь тут. Люся, я что, зря тебе бутылку опа, поставила? Отяк, отяк, отяк. Вот не дается никак, да? Никак не дается. Ладно, давай будем кушать. А то я вижу, ты уже грызешь. Пошли. Кашка. Давай, а потом дам тебе персик. Давай. Полетели. Давай. Моя девочка. Моя зайка красивая. Давай. На суху звать не будем. Да? Будем красиво кушать. Без насухи. Вечером кашка жиденькая. Утром густая, да. О, ты моя золотая бибизянка. Такая у тебя шерстка уже золотая. Вот так. Мои глаза человеческие фактически. Вон она, вон изюминка была на ложке. Что? Что? Не жадничаем, не давимся. Кашечка жиденькая. Вот так. Вот так. Что? Вот, молодец. Значит, друзья, давайте посмотрим, кто из вас не подписался. Я посмотрела в аналитике. Получается, у Люси 500 тысяч зрителей. Оригинальных, да? Скажи, а подписано 100 с чем-то? Скажи, совсем недавно мы подписывали, чтобы было 100 тысяч. А теперь, скажи, мы уже совсем-совсем близко от 150. Скажи, мы вам дарим столько радости, да, Люся? Первый шаг к золотой кнопочке мы уже сделали. Осталось немножко, скажи, давайте посмотрим, вам ничего, скажи, Люся, да, нам приятно будет иметь кнопочку, еще одну у Люськи, потому что ни у одной, скажи, обезьянки в мире нет золотой ютубовской кнопочки. Я не знаю, есть ли серебряная
кроме Люси. Наша еще серебряная не пришла. Ну, вот сейчас это все дело долгое. Ну, скажи, проверьте, кто смотрит без подписки. Скажи, пожалуйста, подпишитесь. Мы стараемся, скажи, мы растем. Мы кушаем, мы тренируемся. Скажи, пожалуйста, подпишитесь, доведем Люськин канал до 1 000 000 подписчиков, да? На 2 каналах, друзья. У Люси, у Люси и у Ангелины с Люсей в день ее смотрит 1 000 000 у нее просмотров в день. Скажи, даже у человека, не у каждого такие просмотры, это значит, что вам Люся нравится. Да? И что вам, скажи, интересно смотреть за ее приключениями, за тем, как она растет и как она с обезьянки-инвалида, которая не могла держать голову, у которой был абсолютно потухший взгляд, которая не могла ничего делать ручками и ножками. Сейчас вы видели, как она подтягивается, как она уже, скажи, еще 2 недельки. Мы вам в ближайшее время покажем массажики еще, да? Скажи, мы ездим каждую недельку, и вы видите, как исправляется ножка. Наша правая – это последняя, потому что ушко уже замечательное, спина замечательная, голова, шерсть, передние руки, скажи, все хорошо. И левая ножка у нас уже все хорошо. Ну, чуть-чуть правая осталась, да, Люсику? Так что, скажи, проверьте свою подписочку. Все, я так понимаю, что этого ты наелась. Давай я тебе дам персик. Что ж ты? Какой чистый памперс. На. На, моя девочка, на. Бери. Бум. Что-то упало на улице. Люсь. Или помидорку будешь кушать. Персик не вдохновляет? А помидорку будешь? Опа. Скажи, да чтоб я отказалась от помидорки. Ой, бачку, скажи. Скажи, вы не можете не подписаться на такую звезду. Да? На. Сделай из помидора солнечную улыбочку. На. Нет? Прям и за щеку не положишь. Мой ты хрюндель. Боже, боже. Все, как я люблю. Фейсом об тейбл. Ну, все, сок выпила. Люся, улыбочку. Ну. Ой, боже мой. Люся. Ой, ты моя золотая солнечная обезьяна. Солнечная улыбка. А я ты прелесть. Ну, вроде наелась. Да, скажи, как ты закушала. А че эту голубичку? После помидорки. Ну, все как ты любишь. Давай уже. Так и быть, скажи, ты ими этого уговоришь, да? Вроде так. Нет, выкидывает уже все. Уже сок выпивает, шкурку выкидывает. Скажи, все, мама, перекусила. На пару часов хватит. Скажи, подпишись. Ну, пошли дела кое-как. Это да.